Відкривай все, що любиш, з Мері Кей. Я буду делать все, что я могу. Все, что я могу сейчас. Потому что я хочу, чтобы ко мне повернулись. Ну. Не зарастет Дякую. Народная толпа к Тине Кароль. Давайте, квиты забирают пионеры. Давайте, все. Меня зовут Константин Никулин, мне 22 года, я из города Запорожья. С детства мечтал стать музыкантом, но никогда особо не верил в себя до конца. У меня не было опыта с большой публикой. Я, можно сказать, и вокалом занимаюсь пару месяцев. С разными ребятами мы делали группы, но это не увенчалось успехом. Я хочу быть услышанным, заявить о себе. И вот я здесь, пришел на «Голос страны». Tell by the way she walk that she's my girl. You can tell by the way she talks to rule the world. Приятелька, да, такая? You can see in her eyes. Прям так? It's no one in her teeth. And she's my girl. And then she say, it's okay, I got less on a way, but I'm a super girl, and super girls don't cry. And then she say, it's alright, I got home latest night, but I'm a super girl, and super girl. Спасибо. Нет, он, безусловно, молодец, конечно. Молодец, молодец. Безусловно, старался. Да, старался, но все не конкурсная успел. Песня. И все было нормально Чего для конкурса? Вообще. Прекрасно. Да, нет. Для хорошего прекрасно. Вечернего концерта. Но да, характера да. было мало. Да. Очень жаль, что вы не повернулись. Тин. А. Я сейчас спросил, я понял, что у меня нет вопроса там дальше. Без Тины жить не могу вообще уже, честно говоря. Привык, значит, тепло. Любовь. А это только на «Голосе». Вот, и мы так благодарны «Голосу» за то, что он все-таки нас делает, ну, ближе. Спасибо большое.